должен доказать всем, что я настоящий парень. Пусть папа меня накажет. За что же тебя наказывать? Не знаю. Придумай что-нибудь. Иначе уроню ноутбук в раковину. И тогда уж точно накажут. И вовсе я не девчонка. Скоро меня накажут, как настоящего парня. Добрый день. Привет. Не знаешь, что за сюрприз приготовили мои барбоскины? Секрет. Это что-то вроде игры. Неужели компьютерная игра про барбоскиных? Почти. Сейчас очень нужно, чтобы вы наказали Генку. Поверьте, он очень этого хочет. Да? Ну, если хочет. Передай ему, что он наказан. Пусть неделю сидит за уроками. Никаких прогулок и телевизора. Уверен, ему понравится. Возвращайся скорее. Расскажи, какое мне уготовано наказание? Папа сказал, ты наказан. Правда? И каково мое наказание? Неделя за уроками. Какое же это наказание? Ну ладно, главное, что я не девчонка. Так можешь дружку и передать. Приступаем к спасению ноутбука. Отлично! Отлично! Ноутбук спасен! Приступаем к спасению ноутбука. Отлично! Отлично! Опа! Помните, я так замечательно навела порядок у себя в шкафу? Так вот, теперь мне поручили сложить вещи всех барбоскиных. Поможешь мне навести порядок в шкафу у Гены? Ну, пожалуйста. Заполним ящичек. Бери появляющиеся вещи. Клади вещи на пустые места в ящике. Правая кнопка мышки — поворот вещи. Не допускай пробелов. Пустое место в шкафу на вес золота. Заполни ящик, пока время не вышло. Генка тут луноходов накидал. Смотри, не ставь на них сверху ничего. Не то сломаются и мне попадет. Так не получится. Красота! Так не получится. Управились. Ну что за ящики у этого Генки? Ни одной красивой вещи. Yes! Thank you.
разложим эти вещички. Yes! Ты действительно хочешь уйти? До свидания. Возвращайся поскорее.